звучало интересно, я для себя так разграничил. Мы в прошлый раз тоже говорили, что такое государство. И вот, может быть, стоит как вот как иллюстрация говорить о том, что вот есть государство, есть родина. Вот эти все неуловимые, так нами там, то, что мы сейчас говорим, ностальгии, какое-то вот это чувство традиций. Это вот что-то, вот, ну, то, что мы называем родиной, грубо говоря, чувством своей земли, там, любовь к отечественным гробам. И есть государство, да? И государство, понятно, мы от него ждем там, защищенности, ну, справедливо, правильно? И то, что в нашем, опять-таки, в нашем государстве проблем много, это объективный факт. С другой стороны, причина ли это для того, чтобы уехать, или не причина, да, это как бы, да, тоже вопрос для обсуждения. Но у меня вот больше в другом. Вот тут вот то, что вот, вот эта вот неуловимая традиция, родина, да, а как действительно к этому относиться? Это действительно что-то вот стоит, не стоит за это держаться? Это вопрос, наверное, тоже так, для обсуждения ко всем. И как вообще к этому относиться, к этому чувству? Иногда же это возникает помимо нас. Да, вот тот дом, о котором сейчас сказали, да, который вы строите. Это же тут вчера тоже просто в иллюстрацию, что я выбрал вчера женщину. То, что я сказала, семья, муж, жена, двое детей. Они жили в Рычевке, вот, на Совпировской. Одна, по-моему, небольшая комната у них была. Но они наконец смогли переехать в трехкомнатную квартиру. И она говорит, потому что она проходит мимо этого места, где они раньше жили. 8 лет вроде немного прожили. Она плачет. Ну, можно списать там на женские эмоции и так далее. Но вот в этом, наверное, что-то есть, в этом как вот что это, объясните, кто-то, как это вы понимаете, мне интересно. Как к этому относиться? Обращать, не обращать на это внимание.